Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада видеть вас сегодня на нашем проекте «Игры шедевров». И я очень надеюсь, что сегодняшний наш разговор будет достаточно интересным и тоже игровым, потому что я для вас приготовила некоторые интересные изображения. И у меня есть некоторые мысли, которые мы с вами вместе разовьем. Но для начала, те, кто уже сегодня успел к нам присоединиться, вот вам, вы в лучшем положении, чем все остальные, я вам задаю вопрос, как вы выполнили домашнее задание относительно черного квадрата Малевича. Я бы очень хотела посмотреть, что вы пишете на эту тему, и вы можете написать. Потому что задание было, с одной стороны, увлекательное, а с другой стороны, такое есть о чем подумать. И можно было думать не один вечер, что же такое, что вам лично представляется, когда вы смотрите «Черный квадрат Малевича». Вот я задала вопрос из нашей предыдущей встречи. Если вы помните, я тогда, значит, у всех спрашивала, что такое черный квадрат Малевича. Вот первая Маша Денисова ответила, ей напоминает Марианскую впадину. Но это, конечно, замечательный вариант. Но я не совсем себе представляю, что такое Марианская впадина, где она находится. Ну, то есть у меня с географией, наверное, хуже, чем у Маши. Поэтому вот еще продолжаем думать в сторону черного квадрата. И я жду ваших ответов. Это касается детей и взрослых. А пока мы продолжаем раздумывать на тему Малевича и его черного квадрата, мы потихонечку приближаемся к тому, что является темой нашего сегодняшнего общения. Тем более, что уже 7 часов, и пора бы нам поговорить о том, что такое художественное произведение. Перед вами высокохудожественное произведение с выставки в Лондоне, которое называется «Тюльпаномания». Но мы о тюльпанах, о тюльпаномании, о натюрмортах поговорим несколько позднее. Вот Маша дополняет свой ответ. Темнота и неизвестность, ничего нет. Понятно, это интересная версия. Ну, значит, те люди, которые, кроме Маши, значит, получили в прошлый раз домашнее задание, они потихонечку будут отвечать, что для них является, что такое для них черный квадрат. А я хочу вам показать первый слайд нашего общения. Достаточно непростой. И если вы помните, в конце нашей беседы прошлой, вот я вам показывала эту гору мусора. На одном из биеннале она была представлена. И, значит, отражение, то есть тень на стене, которую отбрасывает эта гора мусора, она не просто гора, она сложена в виде фигур двух людей, которые сидят спиной к спине друг к другу. Может быть, это влюбленные, может быть, это просто друзья. И вот такой видится дружба. Вот Максим написал, продолжая наш разговор про Малевича, черную дыру в космосе ему напоминает этот черный квадрат. Да, может быть, может быть. Интересно, откуда ты видишь эту черную дыру? Из своей квартиры, из телескопа или, может быть, с борта космического корабля? Вот хотелось бы уточнить, откуда ты видишь эту черную дыру? Но мы возвращаемся. Дело в том, что я от всех участников нашего сегодняшнего общения
я попрошу большей мобильности и более, так сказать, живых ответов, так сказать, не медлить. Почему? Потому что вслед за черным квадратом Малевича у нас сейчас то, что вы видите перед глазами. Я вам сразу задаю вопрос. Вот поскольку такого плана инсталляции сплошь и рядом мы видим на всевозможных выставках современного искусства, во всех европейских музеях мира, что-то подобное выставляют. У меня вопрос, является ли это художественным произведением? Да, нет. Потому что если да, то я попрошу объяснить, почему это художественное произведение. Если нет, то ничего объяснять не надо, потому что художественное произведение нуждается в том, чтобы его описывали. Но, так сказать, когда мы с вами пожимаем плечами и проходим мимо в современном музее, то понятно, что вот эти вот все вещи вот такого типа, они нас не заставляют не задуматься, не задержаться, не как-то отреагировать с каким-то впечатлением. Итак, я бы хотела, значит, вот тут пошли ответы, инсталляция. Насколько я понимаю, дверь в неизвестность, которая притягивает, это по поводу черного квадрата Малевича. Да, заставляет людей задуматься об окружающей среде. Да, потому что оно вызывает размышления, эмоции. Ну, Наташенька, я вам, может быть, даже отчасти завидую, если у вас гора мусора вызывает размышления и эмоции. Так сказать, у большинства людей, и особенно у тех людей, кто не специализируется на современном искусстве, кто не выступает как бы таким переводчиком от лица художника современного, который вот подобные вещи делает, не является как бы защитником вот таких вот жестов в искусстве, да? Ну, как правило, классические искусствоведы, к которым я отношусь, воспринимают это со знаком минус. Да, потому что оно заставляет увидеть мир по-другому, говорят люди. А Наташа говорит, не просто гора мусора, а еще и отражение этой горы. Да-да-да, понимаю. Значит, скажите мне, пожалуйста, вот мы возвращаемся к тому, что такое художественное произведение. Художественное произведение требует каких-то определенных... То есть есть правила, которые никто не отменил даже в 21 веке в нашем продвинутом. Да? И в эти правила обязательно входит ремесло. В эти правила обязательно входит то, что человек, который называется художником, он должен освоить основы ремесла. Он должен уметь рисовать, писать, строить композицию, изображать человека, предметы, пейзажи. Вы с этим согласны, что художественное произведение является, ну, продуктом художника? То есть, если за любым художественным произведением стоит художник, то определенные существуют правила. Значит, я, когда вам задаю, кто-то говорит да, кто-то говорит нет, как вы считаете, для того, чтобы собрать такую гору мусора, обязательно уметь рисовать, писать и так далее? Или не обязательно? Вот Людочка говорит да. Значит, мы теперь уже дальше, мы очень быстро двигаемся от вопроса к вопросу, а вы мне еще отвечаете на предыдущий, поэтому успевайте за мной, пожалуйста. Как мы понимаем, для того, чтобы собрать гору мусора, пускай даже эта гора отбрасывает тень двух людей, да? Значит, сегодня художник, который участвует в разных биеннале,
Это я вам говорю как специалист. Художник не обязательно хорошо знает основы профессии. То есть основы профессии, когда мы говорим, это умение рисовать, как я уже говорила, умение писать, умение компоновать, умение нарисовать картину. И пока художник учится, если мы говорим о любом учебном заведении, он должен пройти все стадии для того, чтобы уметь создать художественное произведение. Значит, я говорю нет, это не художественное произведение как специалист. Почему я это обосную? Потому что даже вот такая идея, что на фоне горы мусора, что мы сделали с нашей планетой, и вот тень двух людей, то есть как инсталляция, как жест, как предупреждение о том, что нас при таком отношении к нашей планете ждет неминуемая катастрофа. Да, это инсталляция, да, это некий жест. Да, это некий манифест, давайте побережем нашу планету и так далее. Но это не художественное произведение, это совершенно разные вещи. Потому что, еще раз повторяю, для того, чтобы создавать художественное произведение, существует определенная школа мастерства, которую никто не отменял. Если мы говорим о том, что человек называется художник, он должен уметь рисовать. Дальше мы смотрим. Вот от горы мусора, который кто-то ответил да, кто-то ответил нет. Значит, я вот вам объявляю, что это не является художественным произведением. Это является инсталляцией, это является жестом, это является такой экологической агитацией про чистоту нашей жизни. Но это не имеет никакого отношения к художественному произведению. Thank you.